На эту тему, конечно, очень много можно говорить, но учитывая, что я давно работаю в строительной отрасли и прошел такую школу, начиная от мастера, наверное, вот у меня на первом плане всегда были и есть это исполнители вот того продукта, который сегодня очень дорог в нашей стране, это жилье. Начиная наш разговор именно с этого тезиса, Александр Романюк продолжает: подготовленный исполнитель равно качественный заказ. В последние годы требования, которые предъявляются к возводимым новым жилым районам, существенно выросли. И это оправдано. Люди хотят получить достаточно современное и комфортное жилье. А это возможно только тогда, когда ответственно к своей работе подходят заказчики, причем на всех уровнях, от рабочего до руководителя проекта. Не менее важна здесь и модернизация. Только подготовленный специалист, уверенно владеющий знаниями в сфере новых технологий, может произвести достойный продукт. Эта тема сегодня я бы поставил на первое место. Это модернизация наших предприятий в плане увеличения уровня качества возводимого жилья. Наверное, вот это самое главное. Это люди, это настроение людей, это значимость их роли в нашей стране. Это понимание нашей политики правильной, которую мы проводим. Поэтому, наверное, как строители, мы через свою отрасль именно вот этой темой будем очень серьезно заниматься. Сегодня «Брестжилстрой» – одно из немногих предприятий, которые предлагают строительство под ключ. Благодаря собственным производствам сроки выполнения работ не зависят от подрядчиков и заказчиков. Отличный пример эффективного импортозамещения. Здесь успешно освоены проекты энергоэффективных и сборных домов. Многоплановость – залог успеха, уверен наш собеседник. Объем материала очень большой, очень спецификация, номенклатура материала очень большая. Конечно, мы изучаем, мы работаем наперед, мы смотрим, как поменять технологии изготовления, допустим, вот сегодня по деревообработке. Мы очень серьезно занялись, потому что мы чувствуем, что пускай у нас участочек, но мы немножко отстали в нашей стране, вот передовым технологиям, передовым подходом к этому. И в любом плане, по тому же утеплителю мы смотрим, как делать так, чтобы было рентабельно, чтобы не только для себя делали, а и что предлагали для того, ну, по самой такой доступной цене на рынок. Вопросы строительства и многие другие темы будут подняты лидерами отраслей в рамках 6-го Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в Минске уже 11-12 февраля.